Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 14 на странице 30 рабочей тетради по математике для 4 класса, автор Маро. Два автобуса вышли одновременно с одной стоянки в противоположных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними было 405 километров. Скорость одного автобуса 65 километров в час. Найди скорость другого автобуса. Запиши пояснение к выполненному действию, закончи решение. Сначала мы узнаем, какое расстояние проехал один из автобусов. 65 умножим на 3. 60 на 3 – 180, 5 на 3 – 15. Всего получается 195 километров. Расстояние одного автобуса. Теперь мы узнаем расстояние, которое проехал второй автобус. Для этого мы 405 вычтем 195. Сначала 405, вычтем 100, получится 305. Вычтем 5, получится 300. И вычтем 90, получится 210 километров. Это расстояние второго автобуса. Теперь мы узнаем скорость другого автобуса. Для этого 210 разделим на 3. Получится 70 километров в час. Скорость второго автобуса. Пишем ответ 70 километров в час. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.